И снова всем здравствуйте. Прогуляться решил по морозу, по небольшому. У нас сегодня нормально, у нас сегодня по 30 с лишним, 5 или 6. Пойду посмотрю, как народ себя чувствует на улице. Заодно и камеру проверю, 36 в минус, как она будет себя показывать. Ёкалы, семечки забыл. Возвращаться не буду. Потом приду, еще раз пойду. Хотел вот этих накормить. Сидят, греются. Там бойлер. Варежки одену вот такие. Старенькие, добрые варежки. С овчинки. Чё, псина, холодно? Автобусы Питер-Авто ходят. Не замерзли, оказывается. Елочками торгуют. Но в данный момент их покупать лично я бы даже не стал. Потому что мороз, уронил елку, все. Все иголочки отвалятся. Одно время мы лес валили перед Новым годом. И чтобы нормальную его макушку домой привезти, потому что все равно их там выбрасывали. В хорошую погоду, более-менее теплую. Иголочки, вернее, не отпадывают. Снегу много в лесу. А в мороз, если как вот сейчас, бух, упала она, все разлетится. Что-то трамвайчиков не видно. Ни оттуда нету, ни отсюда нету. Околели, наверное. Вон трамвайчик появился. Я еще на речку хотел сходить. Посмотреть там рыбаков. Ну, будет настроение, схожу. Не будет, не пойду. У меня снег под ногами не скрипит почти. А все потому, что я в пимах. В валенках. И мне
хорошо. Птички где-то чирикают, воробушки. Я даже знаю где. Они Барбарис оккупировали. А вон у них кормушка есть. Так. Точно кормушка есть. Сейчас я им пойду отдам семечки, что у меня есть. Воробишки, пойдемте семечки грызть. О, у вас тут навалом. У них тут уже почти кончаются. Ну, что есть, то и насыплю. Все, с голоду не помрут. Может, где-нибудь еще есть. Не помрете вы, птицы, не помрете. О, у них полные кормушки везде. Все, я спекся. Вон еще принесли. Я же говорю, они не помрут. Вот еще бы голубей вышли все покормить. Вот это да. А так. И на полу крошки хлебные. Инеем покрыла березка. Деревья, вернее. Все. Но это еще плохой иней маль. Ветерах-то едет. Двадцать третий. Там еще какой-то один тянет. Огнетушитель стоит возле елок. Да кому не нужны такие палки? Это макушки, скорее всего, спихт. Хорош выгуливаться, наверное. Что-то сегодня торгаши не видать. Дома сидят. Так прогулялся дед, проходил. Хорошо мне, свежо. Не простыть бы, самое главное. На речку, наверное, уже не пойду. Все-таки
из тепла вышел, вроде нормально было. А сейчас походил чуть-чуть, ничего хорошего нет. Во! Заводят машину, скорее всего. Камера-то работает. Сколько мы тут прошли минут? 15 ходим. Ну, короче, на улице терпимо. Если не стоять. Пойду бороду оттаивать. На батарею сейчас ее положу. У меня же голова снимается. Время 3:00. Солнышко не может толком пробиться. Низко над землей. Солнышко. Никто никуда не едет. Домик птичкам какой поставили. Ядреный. Тут кормушки висят. Не, наши люди не дадут птичкам помереть. О, бездельники. Нате.